Начал играть в Counter-Strike в начале 2000-х в компьютерных клубах. С Counter-Strike Global Offensive я познакомился в декабре 2015 года. С тех пор играю. Каждый день. Уверенно играю. Играю я много. Индивидуальной стрельбе удивляю тоже достаточное количество времени. Играю по 4, по 5, по 6, по 10 часов в день. Очень много. Играю на Deathmatch Official, который я уже всем показывал в своем паблике. Играю Aimbots. И также играю на пистолетах TDM и все. Просто очень много стреляю. Мой ник зародился в Counter-Strike 1.6. Был один очень забавный и веселый мувик. Назывался он Lollipops. Он был очень, мне понравился. И оттуда я взял, ну, как бы, корень своего ника. А потом было модно добавлять всякие приставки к нику. Ну, точнее, окончание 1К появилось оттуда. И когда я уже начал играть в Counter-Strike Global Offensive, я добавил 2, потому что 21 — это мое любимое число. Потому что я еще не научился с АВП играть. Когда научусь, тогда будет. Good job. Ну, у нас была команда. Точнее, мы создали команду с Антоном на один лан. И выиграли тогда чемпионат Беларуси. И с тех пор этот тег закрепился, и я в нем там в числе. У меня нет любимых игроков, любимых команд, потому что я не ставлю себе какие-то идеалы в жизни. Но если игрок, который мне симпатизирует, импонирует в Counter-Strike Global Offensive, это Ника. Ну, у него свой индивидуальный стиль игры, и под который у него, ну, то есть, он играет обособленно, играет так, как ему хочется, и за это, как бы, я его уважаю, то, что он никогда не подстраивается под соперника, он играет всегда так, как он хочет. А любимое блюдо белорусской кухни — это златка с кутка смачена возле тарантула. Я много всякого разного ем, ну, пицца симпатизирует, импонирует. Нет, могу сказать, любимое блюдо — это паэлья, испанская паэлья. Воспитание у меня очень устойчивое и принципиальное, это радикальный атеизм. Я никак не связан с православными и другими культурами, я атеист. Вопрос. Все это началось в 83-м году, война в Афганистане, и одна шальная пуля залетела мне в мочку уха, и поэтому мне пришлось сделать вторую для симметрии. Закрепиться в топ-30 ЛТВ на ближайший год. Не знаю, по-моему, это самая единственная точка, которая на Мираже принимается, поэтому вопрос очень глупый и несуразный. Всем до свидания. Болейте за Good Job, за Динамо Брест. Yeah.